А это он, зайчик походил, нет? Вон чего бегает там. Значит, где-то лежит. А, ну вот тоже следочек. На рану. Может, кролик? Может, кролик. Чтоб там собаки моей не было в этой ныре. А ну, стой! Пустая, походу, или что это нора? Всем привет! Вот и наступил этот день закрытия охоты 31 января. Мы сегодня собрались Леха, Димон, Макс, я, Оля, три собаки. Короче, веселая большая компания. И наши конкуренты уже там взяли и зайца добыли. Пока мы тут ходим, следы смотрим, они на следе, он лежит, и его добыли. Но ничего, мы не унываем, это только подстегивает нас к дальнейшим успехам. Чего уже успела залезть в нору. По крайней мере, проведем этот день, я надеюсь, хорошо. Это все-таки закрытие, праздник. А там уже скоро гусь. Все. Вперед. Может, завези их туда, да хай идут по той третьей канаве, а мы поедем, машину заберем, да там их будем ждать. Там есть лишние норы, блин. Еще вот тебе оставим. Где, в той? В той, этой третьей. Оставляем. Пойду я по дороге, короче, туда пока, чтобы не стоять тут. По полю, о, по канаве пойду, там в канаве лежит. Чего, пошли. О, заяц! Заяц! Заяц пошел вон, блядь. О, по полю. Да, с канала поднялся, на лес пошел. Он или в лес пойдет, выпустит, или... С этой канала? Да, я только начал подходить, он поднялся. Чего за ним пошла? Да далеко он поднялся. Едьте, короче, я Чиву заберу, подожду и пойду посмотрю, где лежал. Вот. Выкопал себе такую нору. О, ничего себе у него там хата была. Вот. Какие там. Я вижу, ну... Да, это лисица, лисица. Вот она сейчас... Мы ее сейчас туда выгоним. А, либо мы ее выгоним в эту. Блин, может лайму не брать? Хочешь, она сейчас делать эту лису как сцепит. Там прям такая нора, видно, вход и выгреблено в снегу. Канавы? Вот на канаве, прям в канаве, вот в этом наметенном. А-а-а. Можно подойти тут недалеко, посмотреть. Лисами, зайцами. Офигеть, тут ходы. Только лиси сняли, вон там здесь она выходила. Все, под мостиком. Слайма ее гоняет где-то, либо она в норе. Да. Ну а чего бы уже тут сидела?
Давай, чего, ищи. Есть! Поднялся вот от собаки, походу. И ружье не дослало. Молодцы, молодцы, молодцы! Тут. А. Что-то они пошли по другому следу какому-то. Хороший заяц. А вот тут его след набегано. Вот он тут походил. Вот его заход. Заход есть. Вот он тут сразу и поднялся где-то. Заяц реально здоровый. Матерый. Строечки. Странно, собаки по другому следу пошли. Смотри, какой здоровый. Ого. О, вот такой зайчина. Главное, следов вообще не было. И не старых даже никаких, только в одном месте заходик. Вот собак поднялся так. Видно шумовой. Не сильно далеко. Хорошо так выбежал. Напротив солнышка я его стрельнул. Супер. Наконец-то долгожданный трофей. С полем, охотник. Спасибо, наконец-то, да. Заяц в этом году взял. Саня, кто здесь? Понюхай. Нахай 10 метров возле него. Раз, два, три, побежали что-то тут. Вот, сюда. Пошли. Так он отсюда, получается, заходил, да, след? Не, оттуда заходил. Ну, отсюда, но не с той стороны. Ты шел, не видел же след? Не, я уже когда выстрелил, ну вот, прошел. 15 метров, его след заходит. Свежий, да? Mm. Он отсюда шел, да? Где-то с поля зашел. Ходить. Вот, иди сюда. Вот. 3 метра. 5200, короче. 5200. 5140. 5150. 5150! Чубачок. Ну, нормально. После 5 это уже крупный. 4 это средний. Меньше 4 это мелкий. Зайчик, когда были, можно и покушать. Перекусить. Макс заманался, да, идти по этому березняку. Вчера Максим в хоккей играли, сегодня что играли. Вчера 10-0 проиграли, я решил сегодня. Чем 10-0 проигрывать? Саша.
Вчерашний Алёшка, походу, он там вчера сидел, но там и лисий подходил след. Но он там был. Блин, ветерок тут кто такой. Кто был? Зайчик кто? Валет жизни радует. Пошли. Три бродячие собаки. Одну видел или сколько? Три. Три. Ну, две мелкие. Ну, такие две покрупнее, одна мелкая. Да. А одна вообще вот такая здоровенная. А. Там стояла такая, как на лаки похожа. Ну, как на лаки похожа. И такая разная. Я шел, ружье, смотрю, там след, а там гора такая, и он за горы, шик на эту горку выскакивает из-за нее. Я, блин, не вижу, знаешь, он такой за горой, потом только там уже в этих харчах показался, я два раза стрельнул. Ну, недалеко был, да, говорю, там такая местность говнячая. Димон поднял зайца, два раза стрелял, но промазал, неудобно было стрелять. Собаки его подхватили, я уже ждал, что он будет спереди. Оттуда выходить, а он хитрый обижал нас и ушел, короче, ушел на деревню и с концами. Лай, мы его троху прогнала там до деревни и вернулась. Ну что, вот мы и закрылись. Нельзя! Фу, иди сюда. Вот мы и закрылись 31 января. Одного зайчика добыли, и то хорошо. Димон стрелял, у него шанс был. Он да. его... Да, игнорил. Да. Что в итоге? По 8 зайцев мы с Димоном добыли в этом сезоне. Результат слабенький. У Димона норма 10. У меня 25. 30. Как? Ну, сезон был такой, слабоватый. В принципе, я немножко мазал. Десятку мог настрелять спокойно. Димон в этом сезоне как никогда стрелял нормально. Наверное, только в одного промазал, да? Да. Ну, только в одного промазал. Ну, что, сегодня промазал. А, и сегодня. Ну, сегодня второго. Не считается там сложные условия стрельбы, это так. Денечек был отличный, походили супер. Солнышко. Ну, ветерок немножко потом начался. Так, Чива, как всегда, по норкам полазила. Лайма погоняла. Марту почему-то Димон оставил дома, решил, что будет сегодня тропить зайца.
Ну, в итоге была охота классная, так что оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угодьях. А мы поедем ждать гуся. Выжидать. Копать ямы. Когда же он прилетит, еще не видно на горизонте. Лайма, фу.